Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Секретная книга почета семьи Фуггеров». Значит, попалась мне интересная книга в одной из библиотек. Не помню уже, какая библиотека. Ссылку оставлю, можете сами пошариться, может быть, что-нибудь интересное найдете. Обратите внимание, значит, вот эта книга, вот так она называется, «Секретная книга почета семьи Фуггеров». И вот тут вот на титульном листе изображен, обратите внимание, не знаю, осмелюсь предположить, что это может быть Моисей. Обратите внимание на его наряд. И обратите внимание, что у него на шапке вот здесь полумесяц. Видите, да? Книга, по-моему, то ли на немецком языке, может быть, даже и на латыни. Чтобы ролик не затягивать, я вам просто хочу, чтобы вы обратили внимание, какие здесь интересные картинки, ребята. Очень люблю я, значит, картинки всякие разные, особенно старинные, рассматривать. Много уже интересного нашел в этих самых картинках. Обратите внимание, стоит вот какой-то мужик, и у него на гербе нарисована черная баба. Сейчас дальше. Самое интересное, я вот в этих вот, видите, да, вот тут вот вокруг листа, нарисованы интересные. Здесь вот если полистаете, страниц много, 532 страницы. И на каждой вот здесь нарисованы очень интересные символы. Полистаете, найдете и драконов. Найдете какие-то кентавры. Найдете какие-то змеи двухголовые. Ну, кого тут только нету. Очень интересная книга. Полистайте, посмотрите. Мне просто вот интересно, что эти символы все означают. Вот тут вот очень удобно сделано. Видите, можно приблизить. То есть любой участок рисунки можете вот так посмотреть. Смотрите. То есть художник, когда рисовал, он все равно что-то влаживал в эти символы, какой-то смысл. Раз уж книга называется «Секретная книга». Смотрите, вот эти вот ангелочки или кто это, черт его знает, кто они такие, они везде в этой книге присутствуют. На каждой странице вы их найдете. Смотрите, вот. Причем интересно, даже двуглавого орла я здесь нашел. Интересно бы было бы все это дело прочитать. И может быть мы тогда поняли, почему она называется «Секретная книга». Скорее всего, рассказываются в них, как в ней какие-то секреты. Смотрите, вот так вот эти ангелочки самые, то ли дерутся, то ли что они делают. Дальше кентавры какие-то. Кентавр с кентавром. Кентавр с женщиной. О, смотрите, ребята. Что-то рассказывается об вот этой черной женщине. Видите, да, с косой, какой шапки. Почему она, интересно, черная? Год, то ли 1130, то ли 153. Очень такая интересная книжечка попала. Можете...
Можете увидеть много интересного, если полистаете. Тем более тут все вот так вот очень здорово приближается. Можно все разглядеть. Листайте на здоровье. Смотрите. Знаки смотрите какие-то интересные. Я думаю, все равно лучше провести время, копаясь в библиотеке, искать чем что-нибудь интересное, чем, смотрите, какие, чем тупо играть в танчики. Но это же дебилизм, ребята. Это гораздо интереснее провести время в библиотеке. Смотрите, какие-то то ли павлины, то ли гуси. Это, видать, рассказывается вот об этих мужиках, кто они из этого рода фуггеров. Смотрите, как интересно. Вот о ком это описывается. Смотрите, какие чудища. А на этой стране уже не чудища, смотрите, описываются какие-то цари с коронами на голове, но явно это не люди. Видите, да? С рогами там черти какие-то, то ли демоны. Ну, интересная книжечка, ребята, читайте. Смотрите, интересуйтесь. Можете в этой библиотеке так на любую другую тему, может, что-нибудь найдете. Присылайте свои находки. Чего интересного вы нашли? Смотрим. А может, даже кто-нибудь и по-немецки приехает и расскажет нам, почему она, эта книга, называется секретной. Какие такие секреты в ней рассказываются? Очень было бы интересно послушать ваши версии. Була и Хома. Уж не тот ли это Homo sapiens? Тут вообще без текста. И много таких страниц, ребята. То есть книга эта была недописана. Вот, смотрите, интересно. Двуглавый орел. Смотрите, какие демоны, то ли черти. Видите, да? Черт с женщиной. Здесь два черта. Смотрите. Какая-то сцена. Мужика какого-то с трехглавым змеем Горынычем. Смотрите, 532 страницы интересных рисунков. Я думаю, лучше провести время, рассматривая интересные рисунки, чем потратить свой кусочек своей жизни тупо на бухло или на игру в танчики. Спасибо за внимание, ребята. Подписывайтесь на канал. Буду показывать вам много интересных документов. До свидания.